Советского правительства. Германские войска напали на нашу страну. Война – такое беспощадное и тяжелое время. Время, когда на фронт шли взрослые дети, мужчины и женщины. Время, когда солдаты, летчики и танкисты воевали за мирное небо, а медсестры спасали раненых с поля боя. Петя, война! Они отдавали свои жизни за родину, за свободу, за будущее. И только непреодолимая сила воли русского народа помогла победить врага и произнести сквозь слезы радости торжественное слово «Победа». В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялся студенческий марш Победы. На площади собрались уже тысячи студентов, преподавателей, выпускников Казанского федерального университета. В таком же смешанном составе в страшном 1941 году они попали на фронт, а некоторые ковали победу в тылу. Уже третий раз подряд он собирает студентов и преподавателей Казанского федерального университета, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Следить буду строго. Вот увидите, сидят ветераны. А ведь каждому ветерану уже далеко за 90. И они стоят в строю вместе с вами. Я считаю, это самородки нашего государства. Те, которые ковали великую победу в годы Великой Отечественной войны. За это время можно было окончить любой учебный вуз. Но я учился не 6 лет потом, а 10 лет понадобилось мне для того, чтобы закончить, получить университетское образование, потому что через каждые 2 года брал отпуск академический по состоянию здоровья. Вот что такое фронт. Марш Победы начался с возложения цветов к памятнику героя Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Студенческий марш Победы стартовал от площади 1 мая до центральной площади перед главным зданием Казанского университета. В колонии были также студенты, которые несли таблички с фотографиями ветеранов, а также транспаранты с лозунгами. С фотографией своего деда прошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Акция «Бессмертный полк» уже успела стать доброй традицией. Это поистине масштабное и грандиозное событие. Сейчас мы видим «Бессмертный полк». Я вглядываюсь в лица этих людей, которые изображены на портретах. Это обычные солдаты, рядовые, матросы, сержанты. Это действительно простые солдаты, которые победили фашизм. И сегодня они здесь с нами, в строю «Бессмертного полка», в марше студенческом Казанского федерального университета. Памятником Мусе Джалилю до главного здания КФУ. Отправным пунктом марша стала площадь 1 мая. За «Бессмертным полком» стройным маршем прошелся почетный батальон КФУ из 210 студентов в военной форме. В колонии взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. Все участники марша Победы смогли проникнуться атмосферой того времени и с чувством гордости и бесконечной благодарности пройти этот марш так, как когда-то уходили на фронт молодые ребята и девушки. От Москвы до Сталинграда и от Курска до Варшавы, Будапешта и Берлина путь победы пролегал. По болотам, бездорожью, по бомбежкам, с дрожью, по полям, политым кровью, ты победу добывал. Покидая альма-матер со студенческой скамьи, строем шли на фронт ребята, лучшие ее сыны. Из тени лабораторий, из тиши библиотек, в руки взяв цевьё винтовки,
в огненный 20 век. Перед главным зданием КФУ Ильшат Гафуров сказал благодарственные слова ветеранам и отметил важность таких мероприятий. Мирные равнее на середину! Товарищ ректор Казанского федерального университета, участники студенческого марша Победы на митинг в честь Дня Победы построены. Командир почетного батальона 210, доцент кафедры безопасности здесь, Салихов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто 72 года назад, победив фашизм, завоевал для нас право самим решать свою судьбу, отстоял свободу нашего народа, вернул всем нам надежду на мир и счастье. В мероприятии приняли участие более 3000 студентов и выпускников Казанского федерального университета, а также почетные гости в лице представителей администрации Республики Татарстан, города Казани и Казанского федерального. Вы знаете, в годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт, и более половины погибли, защищая нашу страну. И в то же время, в годы Великой Отечественной войны, наука, оборонные предприятия переехали в нашу столицу и вместе с тружениками Трудового фронта ковали победу. В каждом фактически доме, в каждой семье вспоминают своих дедов, отцов, вспоминают своих родственников и просто вспоминают ту историю, которая отмечалась и горькими днями, и моментами. Но еще больше, и с большей радостью, конечно, вспоминают те дни, которые двигали шаг за шагом нашу страну. В завершении праздника в небо запустили 72 голубя как символ мира и благополучия. День Победы, как он был от нас далек, как костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Итогом марша Победы стало торжественное возложение цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов в ректорском садике университета. Нам было просто не до отдыха с тобой. У вас организуется? Нет, возложение. Это марш памяти, посвященный нашим близким, нашим дедам и прадедам, которые воевали и отдали многие жизнь за эту великую победу. Это марш памяти нашим преподавателям, студентам, аспирантам, которые воевали и остались лежать в различных странах мира. Это дань памяти тем, кто, вернувшись с войны, восстанавливал нашу страну и, соответственно, наш университет. Для всех желающих после завершения мероприятия была открыта полевая кухня. Все самые яркие моменты с марша Победы запечатлела наша съемочная группа. Канал Универ ТВ вел прямую трансляцию с этого мероприятия. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.